Доброе утро! Это рубрика «Полезные советы» и я, ее ведущая, Анна Антонова. И прямо сейчас мы с вами узнаем еще больше модных полезных советов. Ведь мы находимся в мастерской Кристины Максюшиной. Здравствуйте, Кристина. Доброе утро. А, Кристина, какой вы предпочитаете стиль в одежде? Несмотря на то, что сегодня я одета более классически и даже отчасти романтически, я предпочитаю все-таки, наверное, спортивный стиль одежды и стиль casual, стиль городских улиц. В таком стиле самое важное – это все-таки комфорт и удобство. Да. Насколько я поняла, ваш сегодняшний совет для наших зрителей связан именно с одеждой комфортной, удобной, но при этом красивой. Абсолютно верно. Мы видим абсолютно обычная рубашка. Для данной модели я рекомендую взять рубашку своего бойфренда, которая немножко побольше на размер. Берем рубашку, опускаем ее под линией груди. Находим пуговицу, чтобы можно было застегнуть. Угу, все. Берем рукава. Ну, пуговицы можно застегнуть, соответственно, все, да? Берем рукава, завязываем их в узел. Берем футболку большого размера. Опять-таки можно взять. Либо фрисайз. Широкую. Чтобы у нас горло могло пролезть на линию над грудью. Что ж, мы узнали, как сделать из рубашки или футболки бойфренда красивое домашнее, а может быть даже и не домашнее, платье. С вами была Анна Антонова. Друзья, если вам есть что нам посоветовать, не стесняйтесь. Пишите и звоните нам, мы приедем и снимем рубрику с вами. Давайте сделаем нашу жизнь проще.